Доброе утро, а у нас снова завтрак. Итак, давайте посмотрим, что мы сегодня едим. У меня и у мамочки, как обычно, наш любимый омлетик. Также мы взяли свежевыжатые соки. В отеле на завтраке даются два свежевыжатых сока. Это морковный сок и апельсиновый. На самом деле очень вкусные соки, хорошие. Это фасованный арбузик обязательно. Мед и сладости. И немножко овощей. И, по-моему, это еще какой-то творожок. Творожок? Да. Это не творог, это сыр. А, это сыр. В общем, приятного нам аппетита. И вам вместе с нами. Здесь очень вкусный кофе на завтраке. Там несколько кофемашин стоит, но кофе на самом деле очень вкусный, он нежный, не горчит. И, конечно, радует то, что есть два свежевыжатых сока. Морковный и апельсиновый. Ну, это приятно. И соки хорошие. Апельсиновый может быть чуть-чуть разбавленный, но не явно. То есть не водится подкрашенная. В принципе, очень-очень хорошие соки. Так что завтраки здесь неплохие. Мы вот второй день, получается. И второй день очень так вкусненько, питательно. Нам все пока нравится. Таким образом, Кирики и Палас проходят утреннюю гимнастику. Народу участвует достаточно много. И всем очень-очень нравится. Как видите, анимация очень активно проходит. И очень много желающих в ней поучаствовать. С горками. Очень любят здесь кататься дети, конечно, но смотрю их взрослые. Здесь есть, видите, горки для тех, кто постарше, и есть горки для совсем деток. Так что на любой возраст. Сегодня в отеле проходит гала, я так поняла, он больше как рыбная гала, потому что очень много рыбной продукции. Покажу, что мы взяли себе попробовать. Это тунец, наверное, в соли, салатики очень вкусные, неплохие, тунец на гриле. Стандарт вот эти вот крокеты, типа как рыбных палочек, клешня кальмара или там кого-то такого. И раки. Конечно, раками стоит такая вот очередь. Еще есть суши. Но я суши турецкие не очень люблю, поэтому я их брать не стала. А так вот такой вот у нас наборчик на попробовать.
tam atıyor. Beni gör, babanızda ele güne rezil oldu. Yeni adet dermiş eski köye bahtaslar mahvoldu. Людей очень мало-мало. Какие здесь фламинги. 8 уже? Да. Хотели встать пораньше, пойти поплавать на море. Без людей. А вот это тут территория мини-клуба. Астерикс и Обеликс. Мини-клуб хорошо, шикарный. Такой прям веселенький, интересный. Здесь на самом деле вообще очень зеленая территория. Очень ухоженная. Ну что, поплаваем вместе с вами. Давайте представим, как будто вы плывете в этом чистейшем, спокойном море вместе со мной. Ой, красота. Ой, водичка вообще супер. Не волнуй тебе, ничего. Вот как надо по утрам вставать. Потому что рано утром. Потому что потом, ближе к 11, конечно, волна немножко поднимается, но во второй половине дня она довольно-таки такая ощутимая волна. Вот так вот поплавать спокойно, конечно, не очень хорошо получается. Можно только утром, вот раненько. Чем раньше встал, тем тише море. Вчера, конечно, у нас не получилось утром поплавать. Мы вчера были с Соней, спали. Ну, в принципе, это нам разрешено после суток без сна. 2 суток. Почему? Мы же одну ночь не спали. Ну, полутора суток. Ну, вообще, полутора суток. Ладно, Саша, садимся на это. Ну и потом, конечно, во второй половине дня вот так вот с камерой не поплаваешь, потому что волна ее может накрыть. А вот утром... Ой, красота! Давайте, вот представляете, как будто вот вы сейчас тоже вместе с нами плаваете и наслаждаетесь морем и вот этими красивыми видами. Ой, солнышко, мне слепит глаза. Что самое главное, здесь очень-очень чистое море, вообще просто чистейшее. Даже когда... Не знаю, видно ли вам, какое здесь чистое дно. А, вот видно. Я смотрю, что очень хорошо видно, что дно прям прозрачное-прозрачное. И даже когда море немного волнуется, обычно, когда вот начинается волна, то какую-то гадость может там, мусор какой-то к берегу прибить. Здесь такого вообще нет. Ну, если только какие-то там чуть-чуть веточки. То есть нет вот такой грязи, которая может прибить вот немного разбушевавшееся море. Поэтому здесь в любом случае... Очень-очень чисто, даже на пляже. На этом данное видео заканчивается. Но впереди будет новый день, новые эмоции. К сожалению, возможно, нам удается показать не все, что здесь происходит. Наверное, потому что мы не привыкли постоянно быть с камерой, все-таки мы на отдыхе.
Иногда за это теряются какие-то моменты, но мы все равно пытаемся максимально информативно сделать, точнее, максимально показать, что здесь происходит, что отдых в Турции, да, возможно, отличается сейчас в период пандемии, после пандемии, но при этом он остается таким же комфортным и таким же веселым и радушным. Наверное, все зависит от отеля. Не могу сказать, что происходит в других отелях, правда. Но в этом отеле все очень хорошо. Нам, по крайней мере, вот на текущий момент, нам, правда, все очень нравится. Поэтому мы пытаемся максимально передать вам атмосферу, ту атмосферу лета, которой в этом году так многим нам не хватает. Смотрим дальше. Впереди будет новое видео. А всем хорошего вечера, дня либо утра, смотря какое время вы это смотрите. Здоровья вам и благополучия. Всего хорошего.